Ты не справишься. Я тебя не прощу. Такой вот итог. Ясно, как пиши, жиши, чущу. Не взять, увы, интервью у нашего некогда чувства. Я тебя в каждом ищу, а ты меня забываешь точно так же. Будущему безумству за собой оброк тащу, а ты снова толкаешь в ту же пропасть. Уже даже не новость, когда воскресаю, называю это урок, ставлю срок забыть. Но если я в каждом тебя забуду, найду и прощу, то какой в этом прок? Как мне тут быть? Я хотела любить, а научилась только терять. Зачем подводить итог и ждать письма, в котором напишешь «Привет», а я так пусто в ответ. Ну, здравствуй. Знаешь, у боли времени нет. Спасибо большое. Евгений Алиев, я передаю микрофон.